Если вы решили завести миниатюрного пинчера, то, конечно, вы найдете много информации об этой собаке в интернете. На нашем же канале вы можете посмотреть, как собака себя ведет непосредственно в семье. Судя по комментариям и общению с владельцами этой породы, можно сделать вывод, что повадки и особенности поведения миников очень схожи. Поэтому, посмотрев ролики про Спарка, можно представить, как собака этой породы будет вести себя в вашем доме. Ну и, конечно, сделать вывод, подходит вам такая порода или нет. Мы обещали снять видео о том, как мы кормим своего, и чем и как мы кормим своего собакина. Но на момент выхода этого ролика монтаж уже был готов, поэтому о кормежке нашего питомца мы обязательно расскажем в следующем ролике. А здесь его заинтересовали неуловимые дворники. И Спарк минут 10 не мог успокоиться, пока не понял, что поимка этих существ невыполнима. Поведение Спарка в машине вообще заслуживает отдельного видео. То есть просто сидеть в определенном месте собака не будет. Будьте готовы к тому, что эта порода в прямом смысле залезет вам на голову. То есть жесткий контроль, конечно, сможет решить эту ситуацию. Так что старайтесь, чтобы в машине было спокойно. В конце концов, безопасность и внимание превыше всего. Хочу-то золотую штучку в этом миске-то. Дай. Это что такое? Дай, скажу. Нельзя? Нельзя, мало ли кому нельзя, мне можно. Я любимая собачка или где? Дай, скажу, дай. Можно и бутылку дай, и выпить дай. Вот так. Давай, бухло давай. Закусон давай, бухло. Слышь ты, бебезяна, расселась тут. Давай, скажи. Не давай ты это. Этой, давай. Этой, как его? Что давай? Нельзя так с людьми поступать. Надо подкармливать немножечко. Кто? Наконец-то у Спарка появилась возможность побегать с собачкой, так сказать, соплеменницей. Мы, как обычно, вышли в парк, и, о счастье, пришел миник. Спарку нужно больше играть с себе подобными, но, к сожалению, ему редко предоставляется такая возможность, потому что, как правило, большинство собак, которых мы встречаем, гораздо крупнее, а Спарк, если честно, малость их побаивается. Да и от этого пинчера он время от времени поджимает хвост. В общем, проблему общения с себе подобными нам все-таки придется решать. Его новый приятель все-таки утомил нашего короля неутомляемости. И Спарк, как маленький олененок, нашел спасение в маминых ногах. Спасибо всем, кто провел с нами время. Поддержите Спарка лайком и заходите на наш канал.